Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня вместе со мной испечем вот такие печенья. К шоколаду добавляем сливочное масло и растапливаем. Я растапливаю в микроволновке. Шоколад растопили, перемешали до однородной массы. Убираем в сторону. В миску добавляем яйца и сахар. Взбиваем миксером. В яичную массу добавляем шоколад. Продолжаем взбивать. Добавляем разрыхлитель и муку. Вымешиваем тесто. Тесто готово. Нарезаем на кусочки и формируем колобки. Вот такие. Наши будущие печенья выкладываем на пергаментную бумагу. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов. Печенье наше
готовы. Даем им остыть. Горячие. Вот такие печеньки у нас получились. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!